хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. Напоследок шоумен произнес трогательную речь. Болезненно опухший Андрей Малахов поразил искренностью. Лицо скандальных передач и любимчик всех звезд Андрей Малахов сильно изменился за последний год. Ведущий стал реже бриться, носить парик, а его тело раздулось и отекло. Поклонники подозревают, что в этом виновен рак или другая тяжелая болезнь. Работая на камеру, мужчине не просто утаивать очевидное. Он уже не выглядит бодрым и подтянутым, говорит с придыханием и словно считает секунды до окончания съемок. То ли возраст уже не тот, то ли ослабленный организм просит взять передышку. В завершении свежего выпуска шоу «Привет, Андрей». Ведущий резко прервал своих гостей и обратился к народу с прощальными словами. Казалось, на его глазах выступили слезы, которые он умело спрятал за очками. Андрей Малахов растрогал публику душевным пожеланием. Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.